Ну, естественно, джип занял все место. Ну, конечно, конечно. Как же еще? Электрозаправка. И, естественно... Да, он сейчас идет. Но они же не... Понимаешь, большинство людей еще не знают, что это такое. Ну, да. Так, что у нас тут? У нас 57 запас хода. Спасибо Задонскому картингу. Подзарядились. И вот она, ЧАДЭМО, Липецкэнерго. Ну что, сейчас проверим. Заработает или нет? Что нажать надо? О! Кнопку нажимаем, вытаскивается. Да. Наверное, надо еще что-то нажать. Синюю. Давай красную. Синюю не работает. Красная обычно выключает. Раз. И красная не работает. Вот как обычно. Сейчас будем звонить другу. Липецкэнерго, в общем-то, красавчики. Когда стало понятно, что зарядная станция не работает, минут через 20 после моего звонка была на месте бригада от районных электросетей, я так понимаю, от Задонского РЭС. Они также открыли, в общем, ТП-шку, увидели, что там все включено, проверили, напряжение есть. Открыли мы ее, увидели там, что выбило один из автоматов. Причем автомат явно не силовой какой-то, но, я так понимаю, на мозги этой зарядной станции. 10-амперный, по-моему. Итак, вот оно, знаменательное событие. Запустилось. Вот она. Заряжаем. Так. Вот этот красный индикатор горит. Здесь зеленая мигает. Кнопка синяя горит. Вот так это все должно быть. Ну что, стартуем на следующую заправку в Хлевное. Не знаю, минут, наверное, 20-30 мы здесь пробыли. И километров, наверное, где-то 30 зарядили. Старт был с 30 кВт. То есть, видимо, эта зарядная станция может 30 кВт выдать. А сейчас уже упало где-то до 10 кВт мощность зарядки. Поэтому дальше здесь оставаться смысла нет. Поехали. Ура, ура, ура! Теперь можно забыть про экономию на лифе. Можно ездить, как все нормальные люди, 110 км в час в соответствии с ограничением скорости на автомагистрали. И, в общем-то, еду сейчас до следующей зарядной станции. Зарядные станции в России выглядят так. Вот красная будка – это зарядная станция через дорогу. Видите, сколько электромобилей? Аншлаг просто. Ни одного свободного места. Ну вот. А у меня здесь вот такая вот красота. Какая-то непонятка. Успел сесть только в машину, и зарядка прекратилась. А что у нас тут? Здесь мигает. Попробуем выключить. Выключил. Так. Еще раз вставляем. Так, и включаем. Запустить. Запустилось. Так. Так, еще раз. Заряжается. Вот они мигают. Вот они мигают. Включаю машину. Опа. Вот это новость. То есть. То есть эта зарядная станция не позволяет заряжаться со включенной машиной. Вот это фигня полная, ребята. Предыдущая зарядная станция позволяла это делать. Точно такая же. То есть она сконфигурирована как-то по-другому, видимо.
И что это значит? Это значит, что зимой вы тут нафиг замерзнете на этой зарядной станции, если этот глюк не исправить. Ну ладно, сейчас лето, мне тогда хотя бы просто зарядиться. Так, все нормально. Пардон, ввел я вас в заблуждение, значит, в самом деле заряжается со включенной машиной. А в чем была проблема, так это вот в этой штуке. Вот этот вот грибок должен с желтой штучкой торчать. Он был выключен, поэтому зарядка толком не шла, как я понял. Так что усё. И посмотрим, что это за ковры у меня. Вот такие вот они. Такие вот они веселые. Так, это, наверное, сложится где-то где-то. Кидаем нафиг. Ну что, я так считаю, нормально. Гораздо лучше, чем было. А было вот примерно вот так. Ссылочку в описании оставлю. Коврики мне нравятся. Вот эти вот штучки, скорее всего, вот в этом вот пакетике. Ну давайте сразу и посмотрим, что там есть. Открываем пакетик. Смотрим, что у нас тут положено. Nissan шильники. Шильники Nissan. Так. А это под педаль коврик. Его надо вот этими саморезиками прикрутить. То есть вот как-то вот так, наверное. Отлично. Подпятник, наверное, так называемый. А вот это вот штучки, это те, которые... Ага, все, я понял. Здесь даже несколько похитрее сделано. Так. Не знаю, будет видно или нет, но они с крючками, с такими. Вот так вот это выглядит. Держатели есть. Такие вот красивые. Здесь тоже есть держатель такой вот красивый. Вот так вот. Вот так вот. И под педаль, под пятку коврик. А его, наверное, под газ нужно. Его, наверное, вот сюда вот нужно. Вот так вот. Прикрутить саморезами по месту. Ну что, отлично. Ну что, товарищи. Это... успех. Зарядка просто молниеносная по сравнению с тем, что у нас до этого стояло в Липецке, по крайней мере в области. Заряжена машина уже на 98%, сейчас скорость зарядки упала до 5 кВт, что в общем-то дальше уже смысла нет заряжаться, 5 кВт это слишком медленно. А в пике, я вот сейчас график вставлю, как видим, более 40 кВт она может выдавать. Хотя у меня большие подозрения, что, скорее всего, нагревается вот эта станция именно и начинает выдавать меньше, потому что я на ней не видел никаких ребер охлаждения, ни, как бы, ни вентиляторов, вообще ничего. Поэтому как бы вот этот вопрос, почему падает скорость зарядки. Не должна она так быстро падать, мне кажется, на лифе. А падает она быстро. Уже на 60% зарядки аккумулятора... скажем так, температура еще в норме, около там 28-29 градусов, а скорость была уже порядка там 20 или даже 16 киловатт. Ну это ладно, это все лирика, это все ерунда. Что, в общем-то, по итогу заряда? С где-то 40% до 98% зарядилось минут, наверное, за 20, по ощущениям. Вот по показаниям LeafSpy выглядит это вот примерно как-то так. Ну, в общем-то, все, поехал домой. Как обычно, камеру прицеплю для того, чтобы весь путь записать свой.
Ну что, товарищи, вот я и дома. Итоги поездки следующие. 276,7 километра я проехал. Остаток еще 21 километр. Итого, ну, короче, 300 километров я бы сегодня мог легко проехать. Благодаря нашим новым быстрым зарядным станциям. Вот. Ну и что еще? Надо сказать, что это была не просто поездка ради поездки. Это был такой неплохой насыщенный день. Я думаю, владельцы автомобилей Веста регионов нашего региона, то есть Воронежа, Липецка, Тамбова и так далее, задумаются о том, что как бы электромобиль, оказывается, может. Я думаю, время, показанное на картинговой трассе на этом автомобиле, их должно навести на некоторые мысли. Но, в принципе, что еще? Ну, ковры нормально, аккумулятор нормально вроде пока, но это мы еще, наверное, попозже это обсудим. А пока... Вот в качестве подтверждения моих слов, это показания приборов. Можно было и быстрее ехать, но как бы я везде успею. На этом наше путешествие завершено. Всем пока, до новых встреч.